Это их. Угу. Вот здесь танки пойдут. Обойму дай. Держи. Нечем нам их взять. Бронебойщиков нет. Гранат тоже нет. Я с Лунгиным говорил. Он дал добро на отступление. Опять отступление? Они там что, ополоумели? Так ты ж сам текать собирался. А теперь это военная необходимость. Ага. Вот поэтому некоторые от границы до Волги драпают, что необходимость. Так, Асеев, отставить. Слово тебе никто не давал. Есть. Платонов. А где вы масло берете? Так тут, в соседнем цеху, со старых станков сливаем. Пошли туда людей, чтобы собрали столько, сколько смогли. Понял? Сделаю. Старшина. Я. Помнишь, когда мы сюда добирались, видели брошенный немецкий грузовик? Помню. Надо посмотреть, может, там бензин остался. Там теперь фрицы всю территорию под пулеметами держат. Асеев, с нами пойдешь, канистру возьми. Пулемет прихвати. Угу. Боже, тебе сосед. Как думаешь, что Егоров задумал? Не знаю. Грузовик у немцев как на ладони. Попотеть придется. Давай, соседям. Есть. Осторожней там, работаем по моей команде. У тебя секунд 10 будет, не больше. За 10 туда-обратно смотаешь.
Куда? Вот псина! Давайте быстрее делайте что-нибудь! Бензин вытекает! Голиков, пулемет! Нас выманивает. Горько пулеметом сработает. Отведи его. Есть. Можем. Что, убил гада? Кажется, да. Эх, Платонов. Не видел ты, как мы эту канистру добывали. Когда Фриц по Гольгу шмальнул, думал, все. И я. Хана парню. А он, оказывается, комедию ломает. Тоже мне артист. А ты что делал? Как всегда? Языком трепал. Жрецом перед этой падой скакал. Думал, он тот свет отпоет, ей-богу. Хорошо, что Егоров этого снайпера как лопа по стенке размазал. Так, нужны еще бутылки стеклянные. Ну что, неужели нет? Я знаю, где их можно взять. Это близко. Наша квартира угловая справа, на втором этаже. Мама бутылки из-под шампанского на балконе держала. Она в них подсолнечное масло хранила. Их там штук 20, не меньше. Если, конечно, еще осталось. Пошли. А можно вопрос, товарищ Егоров? Спрашивай. А у вас жена есть? И жена была, и дочка.
В первый день войны погибли. На заставе. Простите. Мы здесь с мамой и сестрой жили. Представляете, я в тот день в военкомат пошла на фронт все описываться. Прихожу, а полдома нет. И мамы нет. И сестры нет. Немцы тогда на 60 километров к городу подошли, а нам ничего не сказали. Слышите? Вальс. Как на выпускном в школе. Хорошо, Женя. Все хорошо. Люби меня, у меня еще никого не было. Прошу тебя. Может быть, мы до завтра не доживем. Порядок, братцы. Угу. Чего это с ней? Известно что. Любовь. В кого это она влюбилась? Ну, не тебя же. Да ты, милок, не ревнуй. Немец сбежал. Ты же говорил, он хромой. Он никуда не денется. Готов понести наказание. Это я. Я попросила его уйти. Боялась, что вы его расстреляете.
Он мне обещал. Обещал, что ничего не расскажет. То есть он по-нашему все-таки понимает? А ты понимаешь? Чего ты натворил-то, а? Тронешь ее? Будешь иметь дело со мной. Давно он ушел? Минут 15. Останься здесь. Есть. Я Петр Шульц, рядовой второй роты лейтенанта Цоллера. Не стрелять. Я бежал из русского плена. Стойте на месте. Это и правда Шульц. Я узнал его. Хорошо, Шульц, идите ко мне. Он совсем еще мальчик был. Вчера за партой сидел. Как я. Разве такой ценой можно победить? Наш главный враг – это не страх, а жалость к себе, другим. Вот, жалости победить нельзя. А я все равно жалеть буду. И тебя, и Асеева, и Платонова, и немца этого. Не убил я его. Старшина Голиков, собирайтесь. Есть. Вы куда? Штаб полка. А если немцы попрут? Не попрут, с Волги туман. Завтра никуда не сунусь, и вы тоже на рожон не лезьте. Присмотри за ней. Офицер ранен. Помогите ему. Что случилось, Дибиц? Вижу, русские сбили вашу спесь. Они что-то замышляют, капитан. Я пытался их остановить. Похоже, русский снайпер стреляет лучше вас. Впрочем, теперь это уже не важно. Нам дают танки. Атаку нужно отложить. Надо понять, что они задумали. Здесь нечего понимать, Дибиц. У меня приказ выбить противника с завода. И потом, у меня есть информация из штаба русских. Рядовому Шульцу удалось сбежать из русского плена. Русский комбат получил приказ отступить. Они не уйдут.
Подожди, браток, подожди. Вытащим мы тебя, вытащим. Понесло. Вы что, не слышите? Ему помощь нужна! Да стой! Где? Ладно. Миленький, хорошо. Тише, 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 тише. Все будет хорошо. Все, все будет хорошо. Все, 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 все. Все, все, все. Все хорошо. Уходи. Тише! Он рядом. Тихо. Он рядом. Все, 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 наконец-то мы встретились. Вы пойдете со мной. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю. Братцы, думал, не увижу вас уже. Ну как там? Что слышно? Новый приказ пришел, Платонов. Будем немцев с завода выбивать. Подкрепление с Волги идет. Самое. Комдив Егору слушал. А потом из штаба армии офицер приехал. Говорит, теперь это главное направление. Немец поэтому в этот цех и вцепился. А где Женя Асеев? Да полчаса как мотанулись куда-то. Дисциплина у нас. Погоди, куда мотанулись? Да в соседний цех. Там связиста нашего подстрелили. Вот они с Асеевым и мотанулись. Подстрелили? Такой туман. Старшина Голиков. А?
Афанасий вроде живой. Товарищ командир. Дурак. Сам подставился. Неужели опять тот самый? Я же сам видел, как мы его. Значит, живой. А Женька? Асеев, где Женя? У него. Гильзы теплые еще далеко не ушли. Через подземный ход повел. Другого пути отсюда нет. Пошли. Остень. Раздевайся. Шнеляр. Давай быстрее. Вайда. Стоять. Там он ждет нас. Егоров, разрешите, я пойду. Нет. Назад. А Женька? Возвращаемся. Платонов без нас не справится. Можем ее бросить. Голиков, если мы туда зайдем, он нас всех по одному уберет. Пошел. Бог ей поможет. Не может быть, чтобы не помог. Танки остановились, вперед не идут. Ничего не выйдет. Пора отступать. Нет, ни шагу назад. Делайте, как я. Ты куда? Стоять! Делай, как я! Не стрелять. Они сдаются. Вперед.
шкафа. Иди сюда. Потерпи, командир. Быстрее, Голиков. Терпи, терпи. Что с ним? Ранение тяжелое. Первый раз мы их погнали назад, Егоров, первый раз. Теперь нас отсюда зубами не выгрызешь. Теперь точно ни шагу назад. Держись, Егоров. Капитан Егоров, комиссару. Товарищ комиссар, разрешите войти. Ты Онищенко видел? Он на тебя рапорт написал. Ты зачем ему руку сломал? Он при мне человека ударил. Подозреваемого? Максимов, боевой офицер. 3 ордена Красной Звезды, прошел Сталинград. А то, что у него любовница в штабе завелась? А то, что он как командир полка имеет доступ к секретной информации, ты это понимаешь? Я Максимову доверяю как себе. Ты вообще меня слышишь, что я говорю? Ты офицер. Офицер СМЕРШ. Развел мехотелость. Грибова ко мне. Товарищ комиссар, майор Грибов по вашему приказанию прибыл. Капитан Егоров. Егоров наш лучший розыскник. Говори, майор, все свои. Месяц назад к нам в руки попало несколько агентов немецкой разведгруппы. С радиостанцией. Наверху было принято решение начать радиоигру с немецким командованием. В чем смысл радиоигры? Мы сообщили немцам, что в нашем тылу находится боеспособная немецкая часть, численностью до 1500 человек. И они вам так просто поверили? Была создана специальная группа из числа антифашистов и добровольно сдавшихся в плен. Немцы провели разведку с воздуха, установили контакт с ложной частью. Немцы решили создать воздушный мост и использовать эту часть как главную базу для агентуры и диверсионной деятельности в нашем тылу. Проверки они проводили? Да. Высылали 2 группы парашютистов, которые были нами задержаны. Вчера должна была прибыть 3-я группа. Мы заранее оцепили место высадки, но они так и не появились. Значит, 3-я группа пропала. Так точно, товарищ комиссар. С нашей стороны поисковую группу возглавит капитан Егоров. Надеюсь, будете держать меня в курсе. Решите идти, товарищ комиссар? Да. Садись. Где? Ложная немецкая часть находится в расположении 147-го полка. У твоего Максимова. Так что отправляйся туда и займись поисками 3-й группы. Разрешите идти, товарищ комиссар? Учти, Егоров. Операция засекречена. Даже Максимов не в курсе. Возможно, у него в штабе есть немецкая агентура. Так что не подставляйся.
Постараюсь, товарищ комиссар. Командир хозяйственного взвода, старшина Самсонов. Максимов здесь? Да, там. Пойдемте. Егоров. А я смотрю, ты не ты. Что, опять по мою душу? Да нет, так служба. Спасибо тебе, что за нас с Валей вступился. У нас же с ней все серьезно. Да я отступился, ты тоже вперед думай. Кому что говорить? Ну, давай, присаживайся. Ну, чем могу помочь? Валентина, подойди сюда. Валя, капитану Егорову нужно обеспечить постоянную связь с контрразведкой. Только ты сама, ладно? Над Белова. Женька! Ой, Женька! Васи, миленький. Живой. Женька! Поверить не могу. Меня на Каспии так не укачивало при шторме. Вместе воевали.